Нам нужна вода. Если верить экспертам, то в день мы должны выпивать не менее 1 литра чистой воды для поддержания жизни в организме и не менее 2 литров, чтобы оставаться здоровым. Здесь, в округе Кинг штата Вашингтон, нам неслыханно повезло. В нашем распоряжении неиссякаемые источники чистой питьевой воды, природного ресурса, важность которого просто нельзя недооценивать. В наше время миллионы людей по всему миру привыкли пить бутилированную воду. И многим из нас стоит напомнить, что такая вода не только бьет по нашим карманам, но и дорого обходится нашей планете. В основном бутилированная вода пакуется и поставляется в одноразовых пластиковых контейнерах. Часть контейнеров перевозят за тысячи километров на самолете или грузовым транспортом, образуя значительный углеродный выброс. И оказывается, весь этот пластик переработать невозможно. Мало того, что вода в бутылках влетает в копеечку, так еще и ее производство наносит непоправимый ущерб окружающей среде, загрязняя природу и засоряя водоемы. К тому же огромное количество бутылок в итоге попадает в наши моря и океаны. У нас в округе Кинг нет необходимости пить воду из бутылок. Вода из крана здесь чище, безопаснее и полезнее для здоровья, чем любая бутилированная вода из магазинов. Местная питьевая вода течет с каскадных гор, расположенных к востоку от наших городов. Ее источник – это дождь и снег, который тает и каскадом стекает по склонам гор, попадая в кристально чистые озера и образуя реки, устремляющиеся в Пьюджет-Саунд. Рядом с нашими городами вода проходит через очистные сооружения, где удаляются песок, листья и другие органические вещества. Здесь же ее проверяют и очищают от любых возможных загрязнений, которые она могла подхватить по пути. После очистки по сети трубопроводов вода попадает туда, где она нужна – в наши дома, школы и на предприятия. Качество нашей воды непрерывно контролируется на протяжении всего цикла очистки для обеспечения округа Кинг безопасной водопроводной водой, пригодной для питья, приготовления пищи, стирки и работы с меньшими затратами и воздействием на окружающую среду по сравнению с бутилированной водой. Cascade Water Alliance и его члены гордятся возможностью доставлять безопасную и чистую воду по месту назначения с учетом принципов экономической эффективности и экологической ответственности.